Ким ти хотів стати в дитинстві? Футболістом. Нам тренер об'яснив так, що як що важливіше, учоба чи хокей. Звісно, ну хокей. Приходив з таким видом, наверное, к учителям, как будто они мне должны. То есть я считал, что да, да, что я уже там где-то. Там был тренер по физической подготовке, тренер, он сборную России женскую по баскетболу тренировал. У него еще кличка была садист. Он действительно, ну он уничтожал людей.